Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Олена Бендерська продовжує знайомити вас із таким видом спорту, як сайклінг. Сьогодні ми з вами зробимо таку тренування на сайкл. Как уже говорилось ранее, с сайклой у нас это работа на все группы мышц, то есть у нас включено все тело. Но сегодня мы сделаем акцент больше на верхнюю часть, то есть мы сегодня еще используем гантельки. Итак, прежде чем мы начнем тренировку на самом сайклинге, нам нужно размяться. Мы можем разминаться как на самом тренажере, так и можем разминаться перед ним. Для этого первое, это мы делаем круговые вращения плечами, делаем плечами назад, максимальные делаем круги, потому что мы сегодня будем делать с гантельками на статике, что нам, в принципе, очень нужно теперь поразминать все связки, все сухожилия, все, чтобы у нас было очень хорошо заниматься и чтобы мы не получили никакую травму. Делаем теперь вперед, максимально делаем круги. После чего мы делаем круговые вращения полностью, вся амплитуда. И вперед. Теперь делаем в замок перед собой, максимально вытягиваем вперед лопатки и замок назад. Стараемся заводить за голову, как можно больше растягивать. И замок сзади себя. Теперь одна рука ровная у нас идет перед собой, второй мы прижимаем к себе, максимально растягиваем. И меняем руку. Хорошо. После чего мы начинаем делать круговые вращения тазом. И в другую сторону. Ножки вместе. Чуть-чуть присели и круговые вращения коленями. Хоть у нас во время тренировки мы не выравниваем ногу до конца, для того, чтобы не получить никакую травму, все равно нам нужно колено и суставы очень хорошо разогреть. И в другую сторону. Хорошо. Делаем выпад мы на одну ногу. Немножко пружиним. И перекатываемся на вторую ногу. И так как это у нас идет разминка, нам нужно ее немножко активнее делать. Поэтому мы перекатываемся с ноги на ногу. Хорошо. После чего мы тянемся вниз, растягиваем заднюю поверхность бедра. И плавно сужаем ноги. Тянемся к носку. Колени при этом у нас всегда ровные. Если нам тяжело дотянуться до носка, мы тянемся тогда до колен. Хорошо. После чего мы делаем круговое вращение стопой. И в другую сторону. И теперь второй ногой. И в другую сторону. Вот и подошла к концу наша разминка, после чего мы можем теперь продолжить на сайкл. Наши велосипеды уже установлены под нас. Теперь ближайшая педаль у нас идет в пол. Далее нога у нас вставляется в педаль. Затягиваем. После чего перекидываем вторую ногу. Вставляем. Так что на педаль и затягиваем. Начинаем плавно ехать. Опять напоминаю, у нас пятка должна быть выше носка. Мы делаем вдох, выдох, еще раз вдох, выдох.
всю тренировку нам нужно дышать правильно. А это значит, что нам нужно дышать полной грудью. Не должно быть перерывов чисто таких дыханий, такого плана, как и все. Должно быть достаточно глубокие вдохи и выдохи. Так что мы начинаем увеличивать сопротивление, добавляя один оборот. С каждым оборотом становится все сложнее. У нас добавляется нагрузка. Добавляем еще один оборот. Для тех, кто говорит, что сайкл – это только можно похудеть. Нет, можно также и накачать мышцы. Чем больше у нас добавляется нагрузка, поверьте, это очень сложно, тем мы можем и прокачать мышцы. Смотря это уже, какая все-таки стоит задача перед вами. Напоминаю, что у нас есть 4 положения рук. Это у нас первая позиция, это у нас вторая позиция, третья и четвертая, так называемая спринтерская. При каждой позиции важно помнить, спина у нас сохраняет естественный изгиб. Мы переходим во вторую позицию. И мы приподнимаем ягодичную. Стараемся над самой сиденьем. Работа у нас идет на ноги. Чем ближе мы делаем к сиденью, но не садимся, тем сложнее, тем больше нагрузка идет на переднюю поверхность бедра. Следим за нашим дыханием. Напоминаю, что во время наших тренировок у нас не просто улучшается тело, у нас так же самое улучшается сердечно-сосудистая система, а также наше дыхание. Садимся. И немножко сменьшаем нагрузку. Вот мы поднялись в гору, теперь наша задача съехать с нее. Вспомните, как на обычных велосипедах, когда мы съезжаем с самой горы. Мы обычно это делали, убирали ноги с педалей и просто катились. В данном случае у нас так не получится сделать, поэтому нам нужно немножко придерживать эту скорость, чтобы она нас не несла вперед. Опять увеличиваем нагрузку. Перед нами опять очередная гора, на которую нам нужно опять приподняться. Так как это групповой формат тренировок, он выполняется под соответственную музыку. Как правило, у нас идет, когда на гору, у нас и увеличивается тембр музыки. И теперь мы немножко активнее. Стараемся максимально над сиденьем. Хорошо, садимся. Продолжаем дышать. Делаем глубокий вдох, выдох, восстанавливаем дыхание, вдох, выдох. Даже когда мы отдыхаем, мы все равно крутим педали. Так как сайкл тренировки – это тренировки все-таки с разной интенсивностью, мы опять-таки увеличиваем скорость. Поэтому через 5 секунд мы делаем максимально быстро. 5, 4, 3, 2, 1. И максимально быстро выжимаем. Мы работаем на максимуме своих усилий.
І ще 5, 4, 3, 2, 1. Уміншаємо скорість. Ділаємо вдох. Видох. І ще раз вдох. Видох. Напомню також, сайконі можуть займатися не тільки дівчатки. Дуже часто приходять також і мужчини. Це тренування для всіх. У кого нет проблем с сердечно-сосудистой, у кого нет проблем с коленными суставами. Поэтому не нужно говорить, что это только женская работа. Мужчинам очень тяжело на самом деле тоже. И мы опять переподнимаемся, перед нами горка. Дабы не ложиться грудью на руль, мы одну руку отводим в сторону, увеличивая нагрузки конкретно только на ноги. Вперед. И опять в сторону. И меняем руку. Вперед. У нас еще есть такая хитрость у тренеров. Мы проверяем, как нас все-таки слушают и как нас видят. В сторону. Стараемся максимально над сиденьем быть. Вперед. Сторону. Опускаем руку, садимся. Делаем вдох, выдох. И еще раз вдох, выдох. Продолжаем ехать. Ну что ж, ребят, на этом наша тренировка закончена. Мы сегодня попробовали ехать как в гору, так и вниз. Тож, якщо ви хочете схуднути, тренуйтеся разом з нами.